Задание «Упростите выражение». Если у нас есть скобки, их надо раскрывать. Первое «одночлен» слагаемое мы оставляем. Тройку мы пока оставляем, мы не будем ее умножать. Вот здесь мы возводим в квадрат. Ну, если так подробненько расписывать, мы помним, что сначала нужно первое в квадрате минус удвоенное. Первое на второе, да, выражение. И еще у нас есть плюс квадрат второго выражения. Также. Правильно дело. То есть я по формуле возвел в квадрат. Так? Квадрат разность. Ну, я так подробненько так пишу. Затем, вот это я переписываю, это мы пока ничего не сделал. Тут я тоже пока переписываю. Внутри я прибираюсь. 5х в квадрате, это 25х в квадрате. Так, минус 2 на 5 на 8, 10 на 80х. И здесь плюс 64, так? То есть возвел их в квадрат. Это пока минус 3 я не трогаю. И заметьте, скобка у меня осталась. Так, это пока тоже переписываю. Я лишаю цепочкой, поэтому я все переписываю. А сейчас я буду умножать минус 3 на скобку. Минус 3 на 25х в квадрате будет минус 75х в квадрате. Дальше, минус 3 на минус 80. Уже знак будет плюс. 3 на 80, 240х. Минус 3 на плюс 64. Цифры, конечно, чуть большие взял, но ничего. 3 на 60, 180. И 3 на 4, 12. 180. 12, 192, значит, будет минус 192. Все, раскрыл скобку, теперь, наконец, умножил. Понятно как? Заметь, при умножении минуса, тут у меня как все знаки наоборот стали. Теперь что я делаю? А, ну теперь можно, наконец-то, приводить подобные. Ну, подобные у нас кто? А, ну вот эти квадратики только. Да и все, пожалуй. Пожалуй, и все. Так, 6 минус 75. Когда подобные приводим, у нас буквенная часть остается, конечно же, без изменений. Только числа сложится. Плюс... Да, минус 69, правильно. Минус 69. А то останется. Кстати, заметь, я записываю в стандартном виде многочлен. То есть, по убыванию степени. Сначала с квадратом, потом просто x первая степень, а потом без x. Вот в таком порядке. Ну, предпочтительно. Предпочтительно. Все. Это я упростил выражение. Тут есть... Возведение в квадрат разности, умножение числа со знаком на скобку, приведение подобных. Все, тут больше ничего нет. Ну, сложение чисел со знаком. Понятно, да?